Последние дни московский регион обильно заливают дожди. В некоторых районах Подмосковья наблюдаются масштабные наводнения. Затопило сотни частных домов, социальных объектов и дорог. Водоемы выходят из берегов. Ленинский городской округ. Беда обошла стороной. В муниципалитете не зафиксировано случаев подтопления. В связи с такой сложной метеорологической обстановкой мы ведем ежедневный мониторинг, круглосуточный мониторинг уровня поступления дождевой воды. На сегодняшний день очагов подтопления, которые бы угрожали объектам инфраструктуры, дорогам, зданиям, мостам, не зафиксировано. Ливневая сеть ливневой канализации справляется пока на отлично. С дорогами ситуация хуже. Есть участки, где образовались серьезные лужи. Так, в Расторгуеве на Петровском проезде в одном из дворов все эти дни стоит вода. А в районе Олимпийской улицы из берегов вышла речка. Есть локальное образование в некоторых местах таких больших луж, которые опасности не представляют, но и пользы не приносят. Мы с ними довольно быстро справляемся оперативно, в оперативном режиме. Метеорологи прогнозируют, что дожди продолжатся. Виной тому активный циклон, который образовался над Черным морем. Двинувшись на север, он столкнулся с холодным скандинавским антициклоном и завис на месте. Но есть и хорошие новости. Несмотря на дожди, в Подмосковье идет потепление. К концу этой недели столбики термометров превысят отметку в плюс 20 градусов.